Ищите пути объезда. Вместо пожелания доброго утра сегодня автомобилисты кинули клич друг другу на местном автопортале. В новоюжном районе Чебоксар произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. Ранним утром, почти в половине седьмого, на кольце у Шубашкара столкнулись 18-й троллейбус и автобус 52-го маршрута. Среди пострадавших 39-летняя пассажирка автобуса. Она получила травмы, сообщает управление ГИБДД в своем инстаграм-аккаунте. Предварительно это произошло из-за несоблюдения дистанции. По этой же причине в 7 часов утра ДТП случилось на проспекте 9-й пятилетки. Там столкнулись сразу 8 автомобилей.